Все, что я услышал, это очень вкусная корейская брыжа. В этом плане мы даже не сомневались. Так, ладно, пообщаюсь с капитаном команды. Теперь капитан, рассказывайте. Ух, не живем мы. Что вы готовите? Мы жарим кабачок. Кабачок, так, ага. Вот это, ну, блок, это называется чон. Когда много кабачка на тарелке, называется чон. А, блюдо чон. Так, это обжаренный кабачок. Ага, много разных видов кабачка присутствует. Кабачок, ясно. Жирю, понимаете, да? Все, это самое главное, что меня пока не очень. Так, что, хорошо, а вот здесь на сковороде что жарится? Вот это как маленькие шашлыки, маленькие. Тут колбаса, грибы, еще лук зеленый, еще... Такой мультишашлык. Корейский мультишашлык. Ясно. Так, а помимо этого еще что нас можно ожидать сегодня? То есть, если нет кимчи, это не корейская еда. Так, то есть еще будет... То есть кимчи уже можно пробовать, в принципе. Ну ладно, это будет у вас попозже, все-таки ладно.